Вот, недовольные сидят. Мы пришли в гости к розовощеким неразлучникам. Тут у меня... Тут у меня 20 пар сидит. Блять, как орут они, как сволочи. Так, сколько у них? 13 градусов. Сегодня ничего не включал. Плюс 13. Тут сарай спиной к дому стоит. Вот это вот стена дома. В принципе. Такой 2 на 3 сарай. В принципе, тепло. И когда холода были, я им подтапливал, но в принципе у них было... Мало им где-то плюс 8. Когда было минус 9, у нас одну ночь было. С дуру. За 3 дня морозу. Но минус 2, а ночью один день было минус 9. Ничего не буду сказать. Тут у меня лампа висит. 150-ка, наверное. Кто-то варит, мигает. Сваркой. Ну вот, отдыхают скоро. Если все нормально, будет теплая весна. Ну, и, в принципе, по-любому с 1 марта повешиваем домики. Тут только у меня 2 пары молодых, остальные пар 7. Уже будет весной по 2 года, то, что надо в разведении. Но остальные такие уже года по 4. Вот молодой этого года, вот второй молодой. Ну, я себе не оставлял так, несколько штук. Вот этих я никому не продаю, болотных, поэтому пару оставил. Все-таки природного окраса зеленые больше всего дают потомство, чем желтые эти. Вот тут сидит, сильно свет от лампы светит, вот сидит. Лазурный розовощёкий, он сидит, пара в обнимку. Ну, вот такие вот рябые, желтые, всякие разные. Ну, вот. Про неразлучников, как просили в комментариях, я поснимал. Смотрите, подписывайтесь, отписывайтесь, комментируйте, лайки, дизлайки. Заходите в группу ВКонтакте, ниже видео поставлю ссылочку на группу ВКонтакте. Будем там фотографии выставлять, общаться. Задавайте вопросы, всем отвечу. Ну, пока все, до свидания.